بسم الله الرحمن الرحيم. Я, например, как человек, который сегодня, как работник духовного управления, могу сказать, где бы я ни был, сколько мне отпущено Всевышним. Где я обещаю, вот даю вам слово, курбан делаю свою жизнь и все, что есть ислам. Пусть же каждый вот так подойдет к этому вопросу. Каждый. Встанем друг другом рядом, и никто не сможет нам помешать поднять ислам. Никто. Но давайте же объединимся и согласимся друг с другом. Отбросим мелочные обиды. Без этого не бывает. Отбросим во имя ислама. И у нас все будет получаться. Так, как мы хотим. Так, как ислам. В исламе есть. Вот такая просьба к вам, дорогие братья.